Не, вообще в целом всегда Шахтер команда хорошая считается. У них всегда, сколько помню, по ГП играли с ними и по дублю. Всегда эта команда воспринимается серьезно. Если честно, не ожидал то, что меня назначат капитаном. Теперь еще больше ответственности несу за всех, за команду. Должны выиграть. Давайте, мы уже на стадии завершения. У нас совсем чуть-чуть осталось до кубка. Давай, пацан, давай. Раз, два, три. Тулуз! Ненужная потеря вообще. Наверное, чуть-чуть в начале, знаете, сами не проснулись. Чуть-чуть пришлось им нас будить. Даже в большом квадрате, когда мы разминались, ну, видно было то, что пацаны сонные были, вся команда. Атлет! Ну, сказали же в начале матча, он идет, иди выше. Атлет, садись за него! У нас были моменты забить. Перекладина была головой пару раз. Ну, в принципе, атаки были. Были хорошие атаки. Пацаны, Бенибра, вы не передерживайте мяч, пожалуйста. Вы мяч принимаете туда-сюда, блядь, от себя, под себя. Играем раз-два касания. Зачем это надо? Это детский лепет. Пацаны, давайте в футбол поиграем, пожалуйста. Ну, после первого тайма сделали нужные там корректировки. Мы играли до этого в два опорника. Поставили одного опорника и думаю, вот, в два инсайда нам было легче играть и атаковать. Ну, второй тайм мы более уже играли на атаку. Еще целый тайм. Сейчас их. Давай, давай. Возьмите, найдите свою игру и все, играйте. Всегда нужно сохранять концентрацию. Всегда нужно уметь концентрироваться на победе. Какой бы счет ни был, нужно всегда думать о победе. Иначе, если ты не будешь думать о победе, в принципе, зачем выходить на игру? Пацаны наши тоже хорошие, как бы, ну, сколько лет уже играют они, как бы с детства тоже понимают. Как давать? Куда давать? Если команда думает в одном русле, если команда вся как один хочет победить, то любой счет вообще без разницы, любой счет можно восстановить. Я мяч еще не принимая, я уже видел Ислама. Ну, я знал, что он будет бежать. Я, в принципе, знаю, что Иса бежит, как ненормальный, да? И просто нужно было исполнить эту передачу. И у меня в голове уже была эта передача, что я сейчас мяч принимаю и сразу отдаю ему. Разворот! Насчет перспектив на сезон, лично мое мнение, что перспективы очень хорошие, и хочется в это верить. Ну, я лично в это верю.
Маша, что ты стоишь, смотришь на него? Создавай вверх, освобождай ему зону. Везет хорош, что ли? Фартован? Везет. Не, фартован какой-то. Вот такой нападающий должен быть, знаете, четвертый матч подряд уже. Нет, видишь, он позицию правильно выпал, все. Тот не перекинул. Нужно еще решать моменты. Самое главное, он решает. Каргединович, это кто? А, это Дида, бля, не знаю. Молодой какой-то думали. Эй, бля, соберитесь на. Дида, я сейчас. Из второго года. Сейчас минут 20 упадет. Я думаю, это уже усталость сказывается на нас. Да? Есть, да, немного усталость? Я думаю, если мы с таким настроем, с такой, ну, уже более-менее какой-то рисунок уже можно видеть на игре, моментами. И этот, с такой игрой можно подойти к крану и... Еще раз говорю, блядь, выиграть кран. Понятно? С головы это не выкидывайте. Проход дальше и все. Больше нас ничего не интересует. Ничего не устраивает. Понятно? Это у вас, блядь, вот здесь в голове, как в компьютере должно остаться. Как можно дальше, блядь, пойти? Насчет перспектив СД, хочу сказать, что когда человек вкладывает всю душу, всего себя вкладывает, делает это искренне, от души, не потому что там ему сказали, не потому что ему какой-то есть у него интерес, а просто потому что он хочет этого, проект должен добиваться чего-то. Просто по справедливости должен добиваться чего-то. Они, допустим, есть такие команды, кто на два, на три года вперед думает, а он, кажется, ну, на лет 10 вперед уже думает, что да как делать. Ну, это мое личное мнение. Блин, я просто сам удостоверился, что человек реально вкладывает в это всю свою душу. И очень много сил, финансов в это вкладывается. Я это своими глазами увидел. Хотел бы обратиться к нашим болельщикам и в первую очередь поблагодарить его за то, что вы поддерживаете нас. И хотел бы сказать, что футбол без болельщиков – это не тот будет футбол, потому что футбол в любом случае он для болельщиков. И по ходу всего сезона хотелось бы, чтобы была от вас отдача, потому что я как футболист, я обещаю, что от меня будет отдача на поле на 200-300%. Это я вам от себя точно говорю. Хотелось бы, чтобы от вас была такая же дача, чтобы вы также поддерживали нас и не переставали в нас верить, и всегда, не знаю, там, в социальных сетях пацанам писали. Мне не надо писать. Мне не надо, я так спокойненько в стороне постою. Пацанам, чтобы писали, подписывались, там, сейчас это нужно, сейчас, чтобы подписчики были в Инстаграме и в этих социальных сетях везде. Чтобы везде вы нас поддерживали и... Спасибо за то, что пацаны мешаются, но это нормально.